Всем здравствуйте! Сегодня я исполню еще одно стихотворение Беллы Ахатовны. Каждый из нас в той или иной интерпретации переживал события, которые описываются в этом стихотворении. Так щедро август звезды расточал, он так бездумно приступал к владению, и обращались лица ростовчан и всех южан навстречу их падению. Я добрую благодарю судьбу, так падали мне на плечи созвездия, как падают в заброшенном саду сирени, неопрятные соцветия. Подолгу наблюдали мы закат, соседей наших клавиши сердили. К старинному роялю музыкант склонял свои печальные седины. Мы были звуки музыки одной, о, можно было инструмент расстроить, но твоего созвучия со мной нельзя было нарушить и расторгнуть. В ту осень так горели маяки, так недалеко звезды пролегали, бульварами шагали моряки, и девушки в косынках пробегали. Все то же там падение звезд и зной, все так же побережье неизменно, лишь выпали из музыки одной две ноты, взятые одновременно. Всем спасибо.